правду религию на какие беспрецедентные методы. Это правительство, это недоправительство. Это моя санта, которая должна была покинуть нашу страну еще в позапрошлом году. Сразу после нее выбор, потому что она пошла по наклону. Примите сегодня представители партии ПАС, одеты в майку с фашистской символикой. И полиция бездействует. Это ужасно, потому что начинается я, та же история, как и с Украины. Нас готовят к войне, нас нацифицируют. Мы должны этому противостоять, потому что наши дети, наше будущее, наши дети. Победа! Победа! Светлана Popan. Să le demonstrăm tuturor că noi suntem mai mulți, suntem puternici, suntem cu credință. Uitați-vă în spate ce se întâmplă. Stau polițiștii cu 8.000 de lei salariu, dar în spate și dolari cu 500 de euro fiecare ieșire. Rușine! 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 Рушине! Рушине! Рушине!